В результате деятельности рабочих групп проведено 422 рейда, изъято 104 тысячи литров алкогольной продукции, составлено 380 административных протоколов. В будущем году борьба с контрафактом только усилится. В конце июня 2017 года президентом был подписан законодательный акт, закон, который в значительной мере ужесточает нарушения, штрафные санкции, и в том числе в Кодекс административных правонарушений были внесены изменения. На совещании предприниматели и простые горожане получили ответы на все интересующие вопросы. Собравшиеся сошлись во мнении, защита потребителей – дело общее. Ведь продажа алкоголя сомнительного качества может нанести урон здоровью людей и удар по репутации курорта.